Всех приветствую в своем гараже. Печка на отработке, вариант 1.8. Сделал новые зажимы. Приварю фланец. Между ним прокладка из паранита. Новая труба увеличенного диаметра. Очень много прожог, пришлось залепить герметиком. Это у нас циркуляция. Поддув также. Это температура теплоносителя на обратке. На улице сейчас 0 градусов. Нет, 1 градус, 1,2. В гараже на подаче от солнечного коллектора 11. Но он не работает пока. Он только при плюс 30 в коллекторе включается. Что у меня еще есть? Этой зимой буду доделывать багги. Резину надо на машине поменять. Гриндер трудится. Сейчас посмотрим, как она горит. Так там горит отработка. Сейчас включим. Это вот у меня расширительный бачок. Включил циркуляцию. Сейчас посмотрим, как будет расти температура. Надо на подачу еще второй термометр прикрутить. Это регулятор оборотов вентилятора на шим-контроллере. Можем сделать побольше, поменьше. Регулируется по большей части воздухом. Всем спасибо. До свидания.